Палочка, выручалочка! Шел ежик домой, по дороге нагнал его заяц. И пошли они вместе, вдвоем дорога, вдвое короче, до дома далеко. Идут и разговаривают, а поперек дороги палка лежала. За разговором заяц ее не заметил, спотнулся, чуть не упал. Ах ты! Рассердился заяц, но поддал палку ногой, и она далеко в сторону отлетела. А ежик поднял палку, закинул ее себе на плечо и побежал догонять зайца. Увидел заяц у ежа палку, удивился. «Зачем тебе палка? Что в ней толку?» «Эта палка непростая», — объяснил ежик. «Это палочка-выручалочка». Заяц в ответ только фыркнул. Пошли они дальше и дошли до ручья. Заяц одним прыжком перескочил через ручей и крикнул уже с другого берега. «Эй, колючая голова, бросай свою палку, тебе с ней сюда не перебраться». Ничего не ответил ежик, отступил немножко назад, разбежался, воткнул на берегу палку, в середину ручья, одним махом перелетел на другой берег и стал рядом с зайцем, как ни в чем не бывало. Заяц от удивления даже рот разинул. «Здорово ты, оказывается, прыгаешь!» «Я прыгать совсем не умею», — сказал ежик. «Это палочка-выручалочка, через все скакалочка помогла». Пошли дальше, прошли немножко и вышли к болоту. Заяц с кочки на кочку прыгает, ежик позади идет, перед собой палкой дорог проверяет. «Эй, колючая голова, что ты там плетешься еле-еле? Наверное, твоя палка!» Не успел заяц договорить, как сорвался с кочки и провалился в трясину по самые уши. Вот-вот захлебнется и утонет. Перебрался ежик на кочку, поближе к зайцу, кричит: «Хватайся за палку! Да покрепче!» Хватился заяц за палку, ежик изо всех сил дернул и вытащил своего друга из болота. Когда выбрались на сухое место, заяц говорит ему: «Спасибо тебе, ежик, спас ты меня!» «Что ты? Это палочка-выручалочка, из беды вытягалочка!» Пошли дальше, и у самой опушки большого темного леса увидели на земле птенчика. Он выпал из гнезда и жалобно пищал, а родители кружатся над ним, не зная, что делать. «Помогите, помогите!» – чирикали они. «Гнездо высоко, никак не достанешь. Ни еж, ни заяц по деревьям лазить не умеют. А помочь надо». Думал ежик, думал и придумал. «Становись лицом к дереву», – скомандовал он. Заяц стал лицом к дереву. Ежик посадил птенца на кончик своей палки, залез за ней, залез с ней зайцу на плечи, поднял как мог палку и достал почти до самого гнезда. Птенчик еще раз пискнул и прыгнул прямо в гнездо. Вот обрадовались его папа и мама. Вьются вокруг зайца и ежа, чирикают: «Спасибо, спасибо, спасибо!» А заяц говорит ежу: «Молодец, ежик, хорошо придумал». «Что ты? Это все палочка-выручалочка, наверх-поднималочка». Вошли в лес. Чем дальше идут, тем лес гуще, темнее. Страшно зайцу. А ежик виду не подает, идет впереди. Палкой ветки раздвигает. И вдруг из-за дерева прямо на них огромный волк выскочил. Загородил дорогу. Зарычал: «Стой!» Остановили заяц с ежом. Волк облизнулся, лязнул зубами и сказал: «Тебя, еж, я не трону, ты колючий. А вот тебя, косой, целиком съем, с хвостом и ушами». Задрожал зайчик от страха. Побелел весь, как в зимнюю пору. Бежать не может. Ноги к земле приросли. Закрыл глаза. Сейчас его волк съест. Только ежик не растерялся. Размахнулся своей палкой и, что есть силы, огрел волка по спине. Взвыл волк и от боли подпрыгнул и убежал. Так и убежал, ни разу не обернувшись. «Спасибо тебе, ежик, ты меня теперь от волка спас. Это палочка, выручалочка, по врагу ударялочка», — ответил ежик. Пошли дальше. Прошли лес и вышли на дорогу, а дорога тяжелая, в гору идет. Ежик впереди топает, на палочку опирается, а бедный заяц отстал, чуть не падает от усталости. До дома совсем близко, а заяц дальше идти не может. «Ничего», — скомандовал ежик, — «держись за мою палочку». Ухватился заяц за палку и потащил его ежик в гору. И показалось зайцу, будто идти стало легче. «Смотри-ка», — говорит ежу, — «твоя палочка-выручалочка и на этот раз мне помогла». Так и привел ежик зайца к нему домой. А там давно его поджидала зайчиха с зайчатами. Радуются встрече, а зайца говорит ежу: «Кабы не эта волшебная палочка-выручалочка, не видать бы мне родного дома». Усмехнулся ежик и говорит: «Бери от меня в подарок эту палочку. Может быть, она тебе еще пригодится». Заяц даже опешил: «А как же сам ты без такой волшебной палочки-выручалочки останешься?» «Ничего», — ответил ежик, — «палку всегда найти можно. А вот выручалку...» Он постучал себя по лбу. «А выручалка-то вот она где!» Тут все понял заяц. «Верно ты сказал, важна не палка, а умная голова, да доброе сердце».